Слушайте, мне наконец-то написали инцелы. Инцелы – это творческое объединение мужчин, которые считают, что все беды вокруг происходят только из-за того, что женщины не дают мужикам. Что если бы все женщины давали поровну всем мужикам, в мире бы наступило счастье, благополучие и благолепие. Пишут. Современные женщины стали на редкость несговорчивы в плане секса. Им подавай умных, красивых, высоких и богатых мужчин с чувством юмора. Но что же делать остальным? Тем мужчинам, которые не выиграли в генетическую лотерею. Тем, кто маленького роста или от природы некрасив или туповат. Всего 10% мужчин кайфует от жизни, а остальным приходится сражаться друг с другом за годных самок. Разве это справедливо? Сука! Блять! Мужики, ну вы соберитесь как-то, мужики. Вы что, расклеились-то? Мужики, вы же мужики! Соберитесь, блин! Да, 10% выиграли в генетической лотерее. Они умные, красивые, с огромным членом. Остальные не такие годные. Им приходится там работать над собой, ходить в спортзал, какие-то курсы проходить по развитию ума. Так же, как и нам, женщинам, мы не все выиграли в генетической лотерее. У меня кривые зубы, у меня вальгусная деформация стопы, у меня, блин, шрам от кесарева. В конце-то концов, я старею, мне 43 года, мне тоже, сука, сложно добывать секс. Мужики, если вы не знали, мы, женщины, тоже конкурируем друг с другом. Мы тоже не все выиграли в генетической лотерее. 10% похожи на Эмили Ратаковски, им повезло просто. А остальные такие широкожопые, как я... Ну, блин, мы стараемся быть интересными собеседницами, мы стараемся научиться на курсах минета чему-то интересному. Нахуя это делаем? Для того, чтобы нам бесплатно доставался секс с годным мужчиной. Я никого не удивлю тем фактом, что высокоранговых самцов не так уж и много. И мы все женщины конкурируем за возможность быть с таким высокоранговым самцом. А вы, мужчины, конкурируете друг с другом за возможность быть рядом с высокоранговой какой-то самкой, условно говоря. Такова жизнь, ёпта, блядь! Все, хорошо, что я высокоранговая самка, поехала я к своему высокоранговому самцу. Вот и все.